Ну, в любом случае, со струны игра, каждый раз, она неизбежно укорачивает звук той ноты, которую мы играем, потом следующий звук короткий, следующий короткий. То есть он мы говорит, звук, что, грубо говоря, вот так делаем. Да? Ну, крадем что-то. Конечно, по-любому. Конечно, в любом случае. Но в медленном темпе, когда играем с метрономом, то тогда такой вариант возможен. То есть вот это вот струны, да, мы микроподготовка. Мы таким образом нарабатываем, да? точность и контакт правой руки со струнами. Вот как элемент занятия это вполне допустимо. Как элемент занятия это очень даже допустимо. Для развития синхронизации рук. Я бы даже сказал, для контакта, прочувствовать каждую струну. Ставлю правую. Ставлю. Но когда я это буду играть на концерте, безусловно, там... безусловно. Я понял, да, безусловно. Каждый звук длится максимально как можно дольше. В последний момент только с ним. То есть это ученическая техника, это вот для людей, которые вот хотят развить синхронизацию рук. Да это не то, что ученическая, это нормально, это и я так занимаюсь. Да, но нужно понимать, что это две разные вещи, да, разные это подходы. Как вот и нужно их применять как первый, так и второй. То есть это не то же самое.